Организация Transparency International опубликовала свежий рейтинг восприятия коррупции. Это важно, что речь именно о восприятии. Россия в этом рейтинге снова спустилась вниз и заняла на этот раз 138 место из 180. Для наглядности, что с ней рядом, какие страны с ней рядом, это Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика. Так себе соседи, в общем-то. Ну вот это одна из самых любимых моих тем, Даша. Вот вам для начала цитата одного неглупого деятеля, примеру которого следовали и продолжают следовать многие правители во всем мире. Если руководящая партия, либо народ, либо армия, либо дворянство, которое вы считаете для себя наиболее полезными и важными с точки зрения своего достоинства, коррумпированы, вы должны следовать их настроениям и быть снисходительны к ним. И в этом случае честность и добродетель вредны. Конец цитаты. Кто сказал? Правильно, Никола Макиавелли. Я считаю, любой политик, призывающий к борьбе с коррупцией, по сути, призывает к разрушению российского государства в его нынешнем виде. Так, похоже, Стас опять включил свой сарказм. Нам и, конечно же, мы с Дашей понимаем, что ты, Станислав, не можешь всерьез так думать еще, и утверждаешь это просто для того, чтобы еще создать... Еще как думаю, утверждаю. Слушай, Макиавелли писал свою книгу, которую ты цитируешь, для государя, его ближнего круга, а не для народа. Эти слова адресованы тем, кто хочет научиться подстраиваться и быть, в общем, в хороших отношениях с теми людьми, которые полезны. Причем здесь разрушение российского государства в его нынешнем виде, Стас? Ни при чем. Ну, понимаешь, дело в том, что в России все больше, чем все то же самое в других странах. Поэт в России больше, чем поэт. Водка, как мы знаем, больше, чем спиртной напиток. Больше, чем... Коррупция точно больше, чем коррупция. Кать, ты была совершенно права. Все это вот началось со Стаса его традиционной. Подобно тому, как свободное предпринимательство, стержень вашего, Катя, загнивающего капиталистического общества, а запрет частной собственности на средства производства основа коммунистического, коррупция – стержень сегодняшней российской государственности. Тут я уже без всякой иронии. Прекрасно. Или, как сказал мой приятель-медик, это ее печень, которая не фильтрует, а качает кровь. На коррупционных связях, как вы знаете, основано абсолютно все, от роддома до Кремля. Взятки – норма жизни везде. Детский сад, школа, армия, высшее образование, частные и госкорпорации, силовые структуры, правительство. И вот здесь главный вопрос – готово ли общество прожить хоть месяц без коррупции? Готова ли ты, Даша, например, опаздывая к прямому эфиру сегодня или в любой другой день, и встретив гаишника, нарушив правила, взять и отказаться от поездок на своем автомобиле на полгода и ездить потом на работу на метро. Готов ли мой товарищ отпустить сына служить в ВДВ, а не в Подмосковье? Даже не ответила. Я сейчас отвечу. Я хочу. Я не могу прервать этот монолог. Прошу прощения, готовы ли вы или вот, например, там, не знаю, моя жена ждать родов в обычной палате, если есть возможность там лечь в отдельную и пользоваться особым вниманием медсестер? Так, можно отвечать уже, да? Да, пожалуйста, можно в любой момент. Начнем с того, что я не вожу машину. Мне очень сложно было бы нарушить правила дорожного движения, потому что я не совсем с ними знакома. Но если серьезно, мне кажется, что сейчас нарушить правила дорожного движения в России довольно сложно, потому что везде наставили камеры, и, в общем-то, хотя бы здесь с коррупцией более-менее борются. Но меня другой аспект интересует. Вот ты все перечислил замечательно, но давай предположим, если вдруг... Вдруг, что, конечно, маловероятно, я мало в это верю, общество наше, мы, то есть все, мы решим бороться с коррупцией. Мы будем готовы отказаться от каких-то привилегий, просто потому что хотим, чтобы все работало правильно. Мы откажемся, но не все-то откажутся. Вот главные структуры этой системы не откажутся. Бизнес крупный, он вряд ли откажется. Ему надо как-то вопросы свои решать. Государственные сами механизмы, они тоже не откажутся, и все. Ну, бросьте, ребят, на самом деле, как будто история не знает примеров, когда насквозь пронизанные коррупцией страны быстро и эффективно, если на, не на все 100%, но решали проблему коррупции. Мне кажется, даже я знаю, какой мы сейчас пример услышим. Да, именно тот пример, слушайте, но он уже хрестоматийным, мне кажется, стал. Пример моей родной Грузии, он показывает, что решить на все 100 можно на самом деле, когда... Ты действительно, ты как руководитель государства настроен
и правда избавиться от коррупции. То есть мы, общество, может быть, даже не готовы к чему-то, да, Даша? Вот грузинское общество, например, в 2003 году совсем даже не было готово к тому, что вдруг окажется, что ровно то, что Стас приводил в пример. Ты едешь на машине куда-то, тебя останавливает гаишник, просит у тебя денег, а ты не даешь. То есть общество, на самом деле, еще несколько лет после того, как Саакашвили всех уволил к чертовой матери, пыталось всунуть деньги этим самым представителям патрульной полиции. Они, значит, эти деньги, естественно, не брали, и в итоге это вылилось в культуру новую. Надо каленым железом коррупцию выжигать, друзья мои. Не общество должно решать это. Это должно решать именно правительство, именно власть. Она должна сказать: все, ребят, все, просто точка. И вот эти слова о том, что нет, страна завязана, вся система завязана на взятках и так далее, они на самом деле не стоят гроша. Ничего они не стоят вообще. Просто надо взять, как это сделал Саакашвили, это одно из того, что одно из тех действий, которые, наверное, действительно надо ставить ему в заслугу. Много было ошибок, вот это точно не ошибка. Он просто взял и уволил всех. Понимаете? Потому что все брали взятки в том же ГАИ, в грузинском, понимаете? Переформатировал, переоформил, переформулировал задачи для полиции. И в итоге теперь, по крайней мере, правоохранительные органы этой постсоветской страны, самые, казалось бы, коррумпированные в свое время, избавлены от взяточников и от всякого рода идиотов. И это ровно то, что можно сделать в любом государстве, мне кажется. Не знаю, Кать, конечно, это прекрасный пример, и всегда приятно про Саакашвили вот в таком ключе послушать, и про Грузию, конечно, но все-таки разные масштабы у России и у Грузии. Ты говоришь, в любой стране можно это сделать. А как ты себе представляешь, что в России разом уволят всех, я не знаю, всех только гаишников или в целом полицейских? А где судьи, всю армию? В Грузию уволили 200 тысяч человек в 4 миллионах стране. А сколько же тогда нужно уволить здесь? Мы же должны, если говорить о масштабах-то, в процентном соотношении, в принципе, то же самое. Ну, знаешь, зато в соотношении именно чистых цифр получится совсем не то же самое, потому что цифры будут совсем другими. Я не очень верю, что это возможно в масштабах России. Я уверена, что можно России. Придумать, как это сделать. Ох, Кать, когда мы с тобой будем президентом и премьером, было там бы желание, разберемся, да, кто кем, тогда мы, конечно, все решим. Это Но точно. Если говорить в целом про коррупцию и про вот эти вот рейтинги и публикации, меня вообще очень расстраивает, что после такого рода исследований Россию глобально ставят в один ряд с условным судом, Суданом, который в аутсайдерах всегда, только потому, что общество столь же терпимо к коррупции и там, и там. Во-первых, все-таки, опять же, если мы говорим про масштабы, формы коррупционных связей разные. И, во-вторых, разные происходят от этих форм масштаб преступности, ведь в Москве, слава богу, по улицам не ходят вооруженные преступники, которые могут в любой момент тебя поймать и сделать с тобой что-нибудь ужасное, как во многих странах, с которыми мы, к сожалению, соседствуем в рейтинге. Вообще, мы, конечно, все понимаем, естественно, что воровать плохо, что нас всех беспокоит только ответ на вопрос, как разрушить до основания старый мир таким образом, чтобы не повторить опыта 17-го года. Ну а пока вы думаете, я под занавес нашего Ньюстока, такое небольшое лирическое отступление, оно, поверьте, в тему. Дело было в разгар одной из белых ночей Питерского экономического форума. На дне рождения одного молодого и успешного местного депутата его друг произносит душевный тост примерно следующего содержания. Ты, Вася, редкий пример настоящего успешного русского интеллигента. Ты умеешь грамотно распоряжаться государственными бюджетами и потому совсем не беден. Ты чудесный друг, ты всесторонне образован, ты умеешь плакать над хорошей книгой, ты умеешь радоваться и страдать. За тебя. Меня тогда порадовало, что тостующий был абсолютно серьезен, говоря о государственных бюджетах. То есть это не было ни шуткой, ни товарищеской подколкой. И я понял тогда, что они ведь на самом деле, правда, искренне так считают, и жены их, и друзья, и вообще вся эта публика. Короче, вот вам, что родилось у меня тогда от имени этого парня. Так. Быть безжалостным бюджетом бесконечной госказны и порядочным при этом верноподданным страны. Хищно грабить государство, а друзьям любовь дарить. Так живет мое пространство, и в ином мне не прожить. Много красть и искренне страдать. Форма русского успеха. С пьяну Чехова читать и о Боге вспоминать. То от боли,
то от смеха. Вау, конечно, вовремя ты себя остановил в одном из моментов. Ну, там была защита мы более... Мы поняли. Рукоплещет общественность. Мы тут похлопаем, потому что у нас премьера, у нас еще ни разу, кажется, никто не читал стихов. Это рифмованное ощущение. Да, рифмованных строчек, да, так скромно сказал автор. В общем, спасибо. Be my guest, как говорит Катя. Мне кажется, коллеги, что у нас совсем заканчивается время. Это я правда. Просто напомню всем, чтобы справедливость восторжествовала, что Америка тоже, мягко говоря, не чужда коррупции. Мэр Чикаго Томпсон подписывал разрешение на ношение оружия боевикам из банды Аль Капоне в свое время. И судьи продажные были, и шерифы, и политики. Да что там были, они есть. Вспомните карточный домик, он же очень приближен к реальности. И все равно страна как-то справляется.